Всем привет, друзья, с вами Вадим Драк и Хаос. Я очень медленный и большой голем, но в процессе я буду становиться быстрее и быстрее, потому что мы играем в новую версию Custom Hero Survival, вообще новую, абсолютно от нового разработчика. Здесь, конечно, есть странные имбалансные темы, например, веерный бросок ваншотает всех, но есть, кроме того, интересная штука, что ты можешь базовую скорость атаки свою сбросить, изменить. И я вот сейчас этим займусь. А еще за убийство последнего крипа здесь у тебя отнимает... Блин, мне не хватает. Мне чутка не хватает, блин. За убийство последнего крипа у тебя здесь отбирают ресы. Это, конечно, странно. Но это больше похоже на баг, чем на фичу, если честно. Возможно, блин. Так, ну я попробую поиграть через пульверайз и скорость атаки. Так, я купил перчатку. Слушайте, здесь реально можно затариваться прямо с арены. Так что просто... У меня сработало. Что сработало? Ну, вот этот скилл. А у тебя хватило денег, да? Да. Нифига ты богатый, а мне почему-то нет. Я на рандоме же выпил. Тебе на рандоме выпал плюс 300 голды, как раз хватило. Ну, короче, смотрите, надо прям с арены затариваться. Я сейчас каждого крипа убиваю и покупаю по перчатке. Слушайте, а вы всегда на своей арене? Можно на своей арене оставлять заначку на следующий ход, интересно? Или нет? Да, вроде можно. Блин, вот за последнего минус 135. Нет. Ух ты, тут еще есть пассивки, которые скиллятся от характеристик, ничего себе. Да, например, там увеличивают любой урон от ловкости там и так далее. Еще, например, наносит урон 100 плюс 1 умножить на уровень героя. Трем оппонентам в радиусе 600, неплохо. Ага. Золото. Давайте немножечко так спид бустанем. Короче, перчатками бустанул так спид, как могу. И что-то еще можно качать. Ну все, теперь у меня большой так спид и, ну, и скорость атаки должна быть прям огромная. То есть я должен прям быстро проходить. Единственное, нужен сплэш, наверное, какой-то. Где враги? Блин, как раз много крипов. Ого, я наваливаю. Супер вообще. Блин, промах. Откуда промах? Это, видимо, у троллей этих встроенный промах. О, наконец-то я начал быстро проходить. Юху, даже быстрее гадского пеклежара. Но я все еще на первом месте. Да ты, ты все свой верный бросок обузишь, да? Нет, я ношу новый обуз. Скорость атаки с пульверайзом. Ну, кстати, слушайте, а у нас-то... А, ты с пульверайзом, а я клиф взял. Ну, можно, кстати, клиф и пульверайз. Но у меня хотя атака такая огромная. Это точно атакается, я не уверен. Я думаю, что должно. Хотя, может, горелку взять? Тут есть вообще горелка, надо посмотреть. Там просто клиф от твоего урона, а пульверайз там встроенный урон. Ну, 150, 200 урона, это 20% шанса всем вокруг. Ну, если в лейте, то клиф лучше будет, потому что у тебя урона больше. В любом случае клиф, думаю. Ну, знаешь, в лейте тебе нужно сражаться против людей, а не против мобов, так что... Что-то Ганнибал играет вот за твоего этого тролля, и что-то вообще у него все плохо. Он уже крест потерял. Что-то он бьет нераненого чувака. А, он ливанул, что ли, там? Он ливанул, крабос. Да. Ну и нормально. Как раз у нас четное количество. Ну, пока это есть время помедитировать, поговорить, не знаю. Да, у меня за каждый левел, кстати, плюс хп. А здесь есть что-то, основанное на хп или нет? О, вот. При получении каждой атаки есть 20% шанс, что нанесется урон всем врагам в радиусе 900 в размере 80% от силы героя. Уже хочу, где? Это в самом правом за 100 дерева. Огненный орб. Ого. Так, ну-ка еще раз. 20% шанс нанести дэмэдж 80% от силы. Ну, силы у меня, кстати, тоже дофига. А сколько за левел прирастает? 10. О, мощно, ничего себе. Ну да, то есть мне прям надо... А сколько здесь... А, кстати, лол, unlearn ability... А, ну это же unlearn так, типа. Здесь книга левела, кстати, нету почему-то, есть только книга опыта. Так. А, я забываю, что надо же это, надо же сбрасывать все к чертям. Так, ну что, я немножечко качнул этот пилледж, чтобы получать деньги. Хотя, может быть, лучше качать скорость атаки. Так, а есть же, наверное, какой-нибудь этот... Некромантовская ярость какая-нибудь там. Ну, так, ну, в Auto-Casting Spell есть Bloodlust. Ну, Bloodlust, там, а и должен же быть еще этот, некромантовская ярость, которая, типа, сжигает там по 5 хп, но у меня этих хп вообще миллион. Слева сверху. Сипки. Слева сверху первый мага, второй сот.
Ну что ж такое-то? Где ой, я первым прошел, и я еще все деньги потратил в дерево. Все. Не повезло, пульверайс не прокал. Ах ты. Че-че-че, слева сверху какой магаз? Первый? А, во, вижу. Так, ну-ка, что там? Блин, у меня теперь два одинаковых этих. 300%! О-хо-хо-хо-хо-хо! Не говорите пикляжару, главное. А я уже все знаю. Да, я смотрю, ты потопал к тому магазину, гад. Офигеть, 25 хп в секунду. О, нет. Нет, ну на самом деле прикольно, что люди пытаются сделать свою версию карты, но не прикольно, что они не думают о каких-то базовых темах. То есть я как увидел этого голема, сразу же понял, что вот эта фишка будет имбой. А потом этот взял этот спелл, ну, облачко, это вообще пипец. Ну что, у меня 8000 хп, мне гореть и гореть вообще. Не, ну знаешь, может тут механика, все имба, значит ничто не имба. Ну как все имба, ну и вот Unholy Aura, кстати, я взял, она все-таки, конечно, не имба, например. Так, ой, блин, а сейчас дуэли, блин, а кто сильный-то? Ну не знаю, все, у меня все зависит от случая, если повезет, то повезет. Да я, блин, знаю, ты какой-то абузер непонятный, и это, там караоке микрофон подключен. Че, почему ты так выносишь? Ага, это пульверайз твой чертовый. Ну да. У меня только 20%. И с уровнем не увеличивается шанс. Так что мне просто повезло. Ну, каждая пятая атака. Если сейчас прокает, я проигрываю. Я с 15 дерева на тебя поставил, между прочим. Это жалко, плохо. Что... Жалко, что так мало его было. Я, блин, этот анхоли качнул. Ну ладно, зато на своей доле. А если мы с пикляжаром будем драться, то что это такое, да? Так, кто-кто? Ну, а... тут очень сложный выбор. На кого же ставить? Офигеть, вот кто-то сейчас поднимет дерево на халяву. Ну, знаете, я могу заруинить вам все, если я захочу. Давай. А ты сможешь? Мне кажется, что вам просто, ну, как бы... А, да. Так? Ну да, это довольно интересный ход. Блин, а я забыл то, что он с ливером играет. А на кого ты поставил? И ты поставил на ливера? Нет, я не все деньги поставил. А я помню, что у кого-то было 90 дерева, думаю, сейчас будет 180, пипец. Не, ну получается, Йола тоже сильный, что... А, кстати, надо вампиризм взять, наверное. Ну хотя тут и так, блин, попробуй пробить. Реген в процентах, может есть какой-нибудь айтем, который регенит в процентах, что-то такое. Так, ну что здесь есть? О, нормально подняли бы. Есть артефакты, легендарный щит. Увеличивает защиту героя на 200, блокирует 500 урона от любых источников. О! Ну правда, так, очень сложно. Ну, ну ладно, я поверю в своего повелителя. Да, ну в смысле? Ни один за меня не голосовал. Ну, только рады. А я подожду, пока ты под облачком сгоришь. А, такая... А я выхилился. Тут длительность, оказывается, очень короткая. Ух ты! Все. Новый сезон Джорджа великолепен. Я проиграю. У тебя криты, блин. Ну, прощайте, мои 600 голды. Я очень вас люблю. Ваши накопления сгорели. Вашей пенсии не будет. Не будет она больше вашей. О, next battle. А кто сейчас дерется-то вообще? Ну, по идее, кто-то из победителей. О! Ну, мне нечего ставить. Ставка 3 дерева на голема. О! Он кинул спелл какой-то. Вот это у нас. Ну, по идее, это можно убивать с уроном в процентах по хп. Тут есть проклятие в одном магазе. Можно как-нибудь с корнями заобузить. Проклятие, утр. Ну, мне проклятие, кажется, борча, как там называется это, у лича, ульта. Мне кажется, 120 дерева у этого нашего голема, это уже такая заявочка. Ну да, я мастер ставок. Кроме тех карт, где я сливаю, конечно. Я сейчас еще в пилоч вложился, 65% получать голду. Так, надо главное все в дерево переэтовать, не забывать. Пойду чисто в отбивание волны. Ну-ка посмотрим, что он там будет отбивать. Вот, все. Блин, замедло.
Вы на где? А, все. Я успел поменять. Нормально, еще и опыт получил. А каждый левел это же плюс, блин, офигеть. То есть мне просто возвратку какую-нибудь качнуть, ну вот типа шипов там. А здесь много рейнджей? Здесь вообще рейнджи есть у нас? Ну да, рейнджи есть там, ну лоб. Только Йола, по-моему, да, раньше, я так понял. Ну вот седьмой уровень, 350 дамага от пульверайза. Если проканет, то убьет точно. Ну хотя бы пару раз. Ну хотя бы один. Этот все ноет на свою атаку. Ну да, баланса здесь, к сожалению, немного. Вообще, я бы, конечно, горячо рекомендовал авторам тестить свои карты. Это очень клево. Ну, то есть, просто заходишь и там, создаешь Battle.net, люди заходят, называешь Custom Hero Survival, люди заходят, почти сразу же найдется какой-нибудь абузер. Так, ну, вот у меня такое чувство, что в нашей конфе вообще сплошь абузеры всякой фигни, потому что, ну, вот когда мы, нам в руки попадает карта, мы всегда находим кучу всякой имбы. Ну, что-то я сдаю позиции. Я всего лишь второй. Как так можно? Не знаю. Но я сейчас этот начал менять золото на дерево, и сразу же пошел контент, потому что... Ну, я перестал терять деньги, а пульверайз у меня уже 10 левела. А здесь в этой версии все сплыт до 30 левела качаются. Единственное, то есть вот у меня нет критов, ничего такого. Пассивка. Ну, интересно, что здесь, этот, не надо к магазину подходить. Хотя вроде везде не надо к магазину подходить. Так, ой, сколько крипов. Самое... Отлично. О, я третий, блин. Зато у меня 100 дерева. Я вот даже не знаю, качать дополнительно пилэдж или этот... А когда будет дуэль? На следующей волне? Ну дуэль на 10-й волне. А где я здесь? А, это вот 8-я, да, сейчас была? А, да, там справа в углу, это вместо еды. Видно. Ладно, я 3 раза качну пилэдж. 234 бонус голды. Офигеть, еще же можно бонус опыт качать. И стать таким инкомером. Ну так. Только для этого нужно убивать, так что это невыгодно. Ух ты! Какая великолепная волна. Жесть! Плюс 289, плюс 289. Жесть, ну я, кстати, не первым прошел. Но зато у меня 200 дерева. Я просто... У меня за волну 160 дерева накапало. С ума сойти. Блин, а я хотел взять вот эту вот фигню на опыт бонусную. Блин. Ладно, не удержусь. Возьму фигню на бонусный опыт, короче. Жадность наказуема. Да, сейчас один крип будет. Бонусный опыт с одного крипа, если кто не понял. Так что чувствую... А я так... Вот эти вот, я так понял, темы в правом магазине, они одноразовые все. То есть, типа, нельзя их качать или что? Ну, вот нижние, по крайней мере. Не знаю, вот. Ну, никто не пытался, может. Да, не о, работает. А если, смотрите, типа, убивает врага, если у него 1% или меньше жизни. Неплохо. Ну, и это же, наверное, прокачиваемое. О, враги с хил, самоотхилом. Неплохо. Еее, победа. Ну вот, когда у меня не срабатывает пульверайз, я в проигрыш. Ну да, видишь, клиф, он всегда срабатывает. Тем более у меня 300 атаки и... Все круто. Интересно, будет ли битва големов? Потому что если битвы големов не будет, то это будет избиение големом. И я знаю, как я тебя выиграю. Надеюсь. Так если... мне вообще наплевать на эту дуэль, на самом деле. Там дадут какой-нибудь айтем, там, плюс 5 атаки. Ты вообще, кстати, этот, ты продавал какой-нибудь айтем? Как бы, на следующей дуэли вроде айтем дается на плюс 1200 маны. Но ой, я блин, точно... я все деньги просрал. Ну, бас, я специально коплю. Так, где тут? О, здрасте. Помянем. Ну, посмотрим. Ой, блин, я вместо дерева золото поставил, у меня же дерево было до черта. Хотя, сейчас посмотрим. Ну-ка. Чё это контроль какой-то? Блин, я такой крабос, я золото, а не дерево поставил. Но я уверен, что голем должен выиграть. И я если что, будет... дурак? Я не нападу, пока у него есть мана. А я что, дурак? Я не буду юзать. А у вас сейчас будет сгорать хп, а у голема хп будет долго сгорать, знаете ли. Блин, почему я поставил чертова? Просто мог 260 дерева получить. Эх. Ну ладно, мне надоело. Надоело. Голему не надоело. Блин, я такой крабос, ну ладно. Я даже щуп не успел заюзать, ну как так?
А какая хилка? Ну, блин, вон, 1000 золота кто-то выиграл. А я мог выиграть 264 дерева. Так что даже если бы захотел отдаться пекляжар, у него бы не получилось. На кого же поставить? Так, что мне важнее? А, ладно. Тут же можно и золото, и деньги поставить, ха-ха. А можно и то, и то? Да. Ух ты, ничего себе. Машина просто. Просто машина. Я даже его крест оттоптал. Кипр, убийца. Убийца. Да. А я все еще скорблю, что я 264 дерева не удвоил. Ну ладно уж. А кто сильный-то? Кто... Йолан, ты сильный? Йолан, наверное. Да, он суммонер, он победит. Я на самом деле уверен. А я 5 голд нажал. Да что такое-то, а? Нет, Йола, нет! Фух, а я... А может, я не зря нажал. Да надо было этих сумонов бить, на самом деле. Сумонов просто убить, и все, краток работ. Да нет, у него атаки там 200 с лишним. А, ну да. Он тебя ауры взял, ты смотришь. Блин, я опять зафейлил. Я нажал типа отмена, думал, сейчас меня назад вернет, и я выберу дерево. Но сейчас осталось вот на последней дуэли поставить и потерять все. Кто сейчас дерется-то вообще? А, все, не все уже. А все, надо было раньше. Блин, ну ладно, плевать, что. Блин, 4% всего, а? Ну как так? Перчаточки. Так, ну что, тогда качаем на все деньги пилейдж. 30-го левела надо. 65% шанс получить 468 голды. Как вам такое? Ну, с учетом того, что за последнего крипа всегда отдается минус, то это не очень выгодно. Ну, это выгодно, потому что... Так ты не понял? Надо покупать дерево. А, дерево же не отнимается. Да, точно. Гениально. 204 дерева. Все, 30-й левел у меня этого. Так, ну-ка, дополнительный опыт-то можно качать еще? А, походу, можно. Жесть, слушайте. 140 экспы за убийство врага. Так ее до 30-го левела, что ли, можно прокачать? А сколько здесь уровней? Блин, уровней мало. Уровней мало, к сожалению. Ладно, можно еще одну взять. А кто там дерется-то еще? Йола? Сейчас Йола убьют, лол. Ну, это маленькие трудности. Ну, он сейчас еще сумас призовет или его убьют, правда? Да, это маленькие трудности, я бегаю быстро. Это временные трудности. Да, да, реально. У них сейчас голова закрутится, они упадут. И здесь можно прокачивать. А у тебя скорость такая. А, они тоже ускоряются? Endurance Aura. Ау! Чтобы не обузили. Ну все, Йола прошел. Йола тоже, походу, пилыч взял. Блин, дальники. Не повезло. Блин, я 200 лет их буду убивать. Та же проблема. Блин, да тут пока к каждому подойдешь, с каждым лично пообщаешься. Здравствуйте, я подседу. Блин, все, все голду в минус. Надо написать, кстати, в общий чат. Меняйте золото на дерево на волне. Так, а можно ли сделать находки и магаз? Нет, нельзя. Очень жаль. Придется быть очень мультифункциональным. Не, магазин же нейтральный. Ой, сколько крипов. Офигеть, слушайте. Вот это просто инкомилка. А, я третий, ну что ж такое. Блин, я не успел поменять, я походу этот отнялась голда у меня. Блин. Я тоже не все успел поменять. Пипец, тут надо кликать походу очень неистово. Ура. 90% клива у меня сейчас. Так, ну я качаю на самом деле этот, обучаемость. У меня уже 23 левел, ну хотя что-то не так-то много. Не, походу обучаемость не очень выгодна. Хотя 420 опыта за каждого крипа я получаю, как вам? Неплохо. Ух ты, боссы. Давай! О, успел поменять все. Сейчас. Оп.
Минус. Минус 550. С ума сойти. Ну, я качаю еще обучение. У меня уже 480 опыта за каждого крипа. Наверное, это уже как-то слишком. Ну, типа, блин. Мало волн осталось. А, и сейчас же скоро дуэли, блин. Я бы мог удвоиться. Хотя я... Ой, сколько крипов. Быстрее, быстрее. Блин, я, походу, не успел. Надо было, короче, остановиться и это, ничего не делать. Так. Время поднимать бабки? А, точно, дуэль. Ну, нечего поднимать, к сожалению. Я все вложил в победу. Я доверяю тебе 8 дерева, давай. Так ты это, ты убей, главное, суммонов сначала. Окей, окей. 14 тысяч манок. Ёшки-матрёшки. Удачи, давай. А, ладно, неплохо. Блин, да ладно. И у каждого по 500 атаки, лучше их убивай. Да-да-да, каждого убивай. У него КД вообще огромный. Давай, давай, давай. Просто через атаку, там, без всякого этого. Блин, он разводит их. А-а-а, пипец. Гадский Йола. Живи, а я 200 дерев потратил. Они убегают. Вот это контроль. Это было неожиданное. Да ладно, плевать, я на самом деле все 200 дерев. Ладно, с ума на тебя. Я эти 200 дерева на самом деле за одну волну поднял, так что наплевать. Ну просто забавно. А я на тебя поставил целых 8 дерева. Ты доволен? Я знал, что я проиграю. Офигеть, я 200 дерева потратил. Ну, так, вот. Сейчас, вот, я думаю, что крат меня вряд ли порежет. Ну, у него криты и плюс 2400 хп. И атаки у Вадима 20 тысяч хп, о чем ты говоришь вообще? Ну, атаки у него столько же. А я лайфстил не взял. Я лайфстил не взял, он меня побил. Я снова всех обнулил. В космос я не полетел, но зато всем деньги обнулил. Блин, забавно. Тебе не дал поесть ни другим. Крат големной империи. Дерево потратил. А сколько, сколько? 500. Настя, а мне еще автор говорит, я без ставок играю, так неинтересно. А это же такой азарт, блин. Все. Ну что, ты готов? Я готов. Так, все, 100% золота, все 71. Никто этого не ожидает. Никогда. Да не, я, кстати, кор не беру в этой карте, но обычно на Battle Royale не помогает. Да, слушай, ну походу корни здесь тоже не пофикшены, короче. Что-то автор не жарит. Ну то есть там 5 секунд, и они вроде бы даже не делятся это на 2. А, у тебя перчаточка 100%. Нет, у меня 2 перчатки на скорость атаки. Ага. Ну это как моя ярость, в принципе. 100 хп в секунду сгорает, ого. На этом левеле. Нормально. Наверное, надо что-то равно. Он даже не представляет, сколько я знаю имп. Если бы вулкан стоил 20 вместо 30, то я бы так бы заимбовал. Никто бы не выжил. А в смысле, вулканом убивать именно людей, что ли? Ну то есть вулкан, он как бы очень быстро извергает, ну... Он наносит много урона на высоких уровнях, там где-то 500 урона за один камень, а камней там дофига. Еще он не станет, то есть как бы зимовать очень сложно. Так, а что-то я хотел взять и забыл. А что я хотел взять? Ну, лайфстил надо брать уже. А, на, я хотел вот эту штуку взять. Так. Ой, аж подлагнуло. Что это? Еще какая-то пассивка? Да. Огненный орб, ледяной орб. Блин, хоть у меня реально низкопрофильная клавиатура с очень быстрыми кликами, но вообще не работает. Ну, не успеваю я все. Что ж такое-то? Не везет на пульверайзер. Блин, слушайте, я взял штуку 100 плюс 1 умножить на hero level трем оппонентам. Блин, так это отстой вообще. Блин, так нет, это отстой. Левел-то у меня всего 32-й. Ладно, отстой какой-то взял. А может это апается дальше или нет? А, так это апается, походу. Или нет? Ух ты, сколько здесь.
Не, ладно, я просто не успел, пипец вообще. Давай, пульверайз, ну пожалуйста. Не везет мне на пульверайз. Но 120 дерева в кармане есть все равно. Так, все, 30 левел этого. Последний уровень пульверайза. А я 30 левел вампиризма за волну почему. Не 20 максимальный, ничего себе. Тут да, выше 20 можно сделать. Ничего себе. 1200 дамага от пульверайза. Ничего себе. Все, начались эти душные волны. Да, с неуязвимостью. Пульверайз твой не поможет. Слушайте, а я, кстати, очень вовремя взял лайфстил. Тут такая волна, где можно и отдаться. Ой-ой-ой! Кажется, я умер. Я да, тоже. Вы что, сдохли, реально? Да. Слушайте, ну вы сильные дотеры. А я просто на рандоме взял. А где, слушайте... О, увеличивает армор на 100%. Вот это да. Ну все, давайте, это ваша дуэль. Неудачная вана просто попалась. Я из стана не выходил. Вот я тупой. Я такой что тупой, такое? Ну ладно. А что такое, что такое? Да я взял аватара и его не прожал. Так а стана. У них же этот Да у них нет, главная проблема в том, что одна кастует невидимость, и все идут на тебя, и ты не можешь пройти та, которая кастует неуязвимость. Ну, то есть именно ауру неуязвимости. И то есть они тебя бьют, а ты можешь отбить в ответ. Я проиграл за того, что они станут меня. Они тебя станли как? У них что было, это, мы не знаем. Ну, у них баш, я из стана не вышел просто. А секунду, то есть у всех разные спылы были у крипов, что ли? Или... У меня они кастовали ауру неуязвимости. Слушайте, я 7-й левел огня качнул, тоже, да. Потратил на это 700 дерева. О, кстати, сейчас посмотрим, отлетают ли духи или нет. От меня. Но по идее, духи должны атаковать меня и просто отлетать, и все. Я стационарная пушка. Не, ну это просто жесть. А что это за скилл? А это огненная сфера, я ее до 7-го левела качнул, она 100 дерева стоит за левел. Ну ладно, такой вопрос в процентах. Или тебе. То есть в проценте от силы она дамажит? Да, 120. А, 200% от силы. Ух ты, ничего себе, то есть это получается 3. Ну, у тебя сколько сейчас силы? 1500. Ничего себе, это получается почти 3000 урона за плевок. Мощно, мощно. А еще это ледяная сфера. Она дамажит в зависимости от твоего левела. А мы вдвоем остались, с ума сойти. Ну да, как бы все передохли на этой имбовой волне. Ай, жесть. А я смешно, я качнул вампиризм, главное, ну, на максимум. И самая жесткая волна пошла как раз. Жесть, но я столько... А, я, кстати, армор получил. Слушайте, а этот... А вы здесь, ребят? Кто-нибудь может посоветовать сильный артефакт какой-нибудь там? Ну там, какие, за огромные деньги или за... Да, за огромные, за огромные. Огромные деньги там в самом правом нижнем магазине, то есть всякие имбовые айтемы. Ну там они 15 тысяч, 20 тысяч. Вот. Ого, такие вот, да, вижу. Блин, а еще инкомный айтем. Блин, я инкомный айтем не взял. Да. Помню, я как-то хотел тоже поиграть в Custom Hero и скачал какую-то самую свежую версию из какого-то левого сайта. И там, короче, была это... Испанская версия с абсолютно героями. То есть там были айтемы, которые отключают промахи. Голем, слушайте, есть этот, игра. Короче, айтем, который на 100, кстати, не ругайся, на 100% увеличивает хп мои. То есть... О, ничего себе. Ой, жесть. Ого, какая. Реально. И сколько он стоит? Что-то 30 сколько-то тысяч, 32 тысячи. Да тут наплевать. Блин, а я не успеваю все перевести в это дерево. Ладно, плевать, последний, походу, минусной будет у меня. Так. Блин, а я, короче... Я, короче, качнул сферу. Я дамажу 300 плюс 1,8 умножить на мой левел каждую секунду по 3 целям. Звучит неплохо. Да хотя, ладно, все равно я не успеваю. Так, слушайте, а том силы... На 10 можно силу свою качнуть. У меня же возвратка-то от силы. Ну, надо, наверное, этот купить вот ту штуку.
каким-то образом. Так. Ну, как вы думаете, надо удвоить свои ХП или нет? Ну, смотря сколько дается это денег за левел примерно. Ну, сколько, смотря сколько тебе для этого копить. Ну, не знаю. А, ну сейчас уже последний левел. А, уже последний? Да. Ну, то есть, по идее, после этого будет Battle Royale. Ну, для вас это будет дуэль, так как все померли. Да. Ну, тебе надо подумать, как убивать его суммонов. Ну как, просто стоять? Нет, ну в том-то и дело, они с огромной атакой будут очень быстро размножаться. То есть... Так они же умирают от меня, ну уж не знаю. Ну надо было эту штуку качать, я просто и того, и сего, и пятого, и десятого набрал, и... А есть какие-то недорогие вроде айтемы, которые там улучшают что-то? Нет, ну там это в кузнице есть айтемы всякие, криты, вампирик, то есть именно такие, уже поболее. У меня амора же немного, я так понял, так что... Ну там есть щит, который дает там вроде количество защиты, и при прожиме дает 50 защиты. Можешь его попробовать взять. Так, за 6500 я какую-то хрень купил, там синим цветом что-то непонятно написано. Так, Battle Royale, реально, сейчас будет Battle Royale. Да, два короля сражаются, как и должно быть. Так, ну, попробуем. Этим летом дуэль между суммонером и качком на стероиде. Кто победит? Ну-ка, а чё, у тебя айтемов особо нету сильных, да? Я так понял, все чисто на обилке, Надежда. Всё, а, Battle Royale прям тут, нифига себе, вот это близкий контакт. Ты. Вадим не палится. Атакуйте меня. Что происходит? Сколько их? Остановите кто-нибудь! Что происходит? Остановите усилия. А я хотел тот щит купить, который снижает атаку со всех источников. Ну там я это нужно 20 тысяч. Я купил штуку, которая типа возвратка 100% на суммонов, но что-то не работает. Так ну, я же их это не бью особо. Тут, наверное, еще режется куча всяких штук. Угу. Ао! Сплэш! Сплэш! Ха-ха! Сплэш затащил! Ой, какая-то безумная была карта, но забавно. Не, ну, баланса нет никакого, но когда ты выигрываешь... Веселенько достаточно. Чего? Баланса нет, но весело. Но весело. Весело, да. Но я не знаю, можно ли как-то законтрить вот этого голема. Может быть, есть какое-нибудь там нанесение урона в зависимости от хп цели. В одном магазине есть порча лича, ну именно, которая наносит урон в процентах. Можно взять корни и просто его выжечь этим процентным уроном. Ну да, кстати. Ну тогда надо взять иллюзии, чтобы снимать себя корни и все. У меня сейчас были иллюзии. То есть я все-таки закупился на всякий случай. Так-то на самом деле я просто с этими сферами... Ну реально, я в огненную сферу 700 дерева, а в ледяную сферу где-нибудь 500 дерева вложил. То есть это, по сути, можно... Это 50-й левел какого-нибудь спыла. Ой, какой 50-й? Че я там туплю? Где-то сколько... 120-й левел какого-нибудь спыла обычно можно было бы качать. То есть 4 спыла на максимум. Ну, забавно получилось. Забавно, что много имбы. Но не знаю даже. Ну, фишка вот эта вот с потерей золота какая-то очень странная на самом деле. Непонятно, зачем она. Она же легко контрится просто обменом. Просто тебе надо сидеть и каждый левел тыкать на кнопки. Это не так весело. Но мне в любом случае понравилось, что я выиграл. Если бы я не выиграл, мне бы не понравилось. Всем пока. Видео закончилось, пора просыпаться.